городе Гурон. Алик, будьте добры, нам, пожалуйста, мне удочку отжарки. Пастурма. Да, у него. Вот такую же. Да. Да, мне такую. И бокал вина. Аренни. Аренни армянское вино. Я не знаю. Я... А, ты не будешь пить или не будешь? Ну, она же что-то выйдет. Вот два бокала Аренни. Сегодня, видимо, я пью. Ну ладно, конечно, не уж хотелось бы, ну ладно. Я просто могу пьяную сразу начать приставать к тебе, понимаешь? Ко мне? Да. И мы, да. Ой, у тебя что-то. Телефон, у меня розовенький сотовый телефон. Ну не, если я, конечно, вызову, в ход пойдут все, включая официантов. Ты ко всем приставать будешь? Да. Мужик-то ничего, ну да. Короче, ты продаешь ледунов. Да. А потом еще будем продавать от Валора. А ты мог не будешь продавать? Мох это что такое? Мох. Ну чисто искусственный там. Ну не искусственный, а... Мох? А вам какие мужчины нравятся? Нравятся бомжи. Только бомжи? Потому что они спят постоянно? Нет, потому что от них пахнет алкоголем, у них нет ничего, и они душевно добрые. Мораль прежде всего. Хорошо. Сегодня прикинусь бомжом. Посмотрим, как она отреагирует. Если сегодня видео ночное будет, Ирина с бомжом и гением, значит, все пошло по плану. О, бухло принесли. Спасибо. Проливали! Тили-тили, вы это нам не... Тили-тили, это мы не проливали. Бомжи, потому что у бомжей большой хуй. Какой же он душеный. Они говорят, что у бомжей большой, пальма большая, понимаешь? Да, 20 сантиметров пальма. У тебя? Да. А у меня мало места. А у меня не залезет. Давай, за знакомство, Евгений. Да, за знакомство. Почему они пишут, что я душнила, я вроде хороший? Это интернет. Это интернет так пишет? Так положено, да. То есть остальные все хорошие, это интернет так просто пишет. Нет, это... Там вот мандарине, по-моему, за 600. Тут примерно так же, 400-600. Там. Эти деньги можно бутылку пить просто. Да. По бокалу сидишь, вообще невыгодно, если честно. Вообще невыгодно. Мое экономическое образование не позволяет. Ребята, кто хочет на море, пойдемте на море сходим. У меня купальника нет. Мне придется... Ничего страшного, она будет купаться голой. Вы идете на море с нами? А этот... Вот, чувак классно написал. Жеке плюс 100 к харизме. Молодец. Самый классный чувак. Или Чулиха, я, кстати, не рассмотрел. Идем купаться. Короче, пойдемте на море. Мы брачный гусиный танец танцевали. А, да, хорошо. А это как делается? Типа мама гусь идет, и за ней... А, вот так вот, что ли? И за ней идут дети, гуси. А ты море показывала ребятам? Ты сейчас хочешь море показать, да? Да, ночью море. Там есть кальян. Оно, блядь, там подсвечивается у тебя, да? Мы подсветим. Чем? Фонарем? Фонарем. Дальнего плавания ты подсветишь море фонарем? У меня на айфоне фонарь. Фонарь. Все. Идем. Море подсвечать. Али. Это конец, в один конец. Да, я не понимаю, она меня уже смотрит, как на это. Они не хотят ее кормить, кстати, реально. Армяне долго ей несут, как это, хачапури. Аджур. Скоро готов будет. Готово, хорошо, Олег, ждем.
Да я даже бокал не выпила, вот мой бокал. Я как сидела, ну, сколько вот. Я знаю, если я сейчас что-то попью, я не съем. А там, между прочим, ну, надо доить и съесть. Там даже Жене сложно было съесть. Вот я не знаю, если честно, я пришла к такой аксиоме, что на курорте чем заниматься? Жрать, бухать, доебаться, все, это главная аксиома, больше здесь делать нечего на этих курортах, вот ей-богу. Че, кто-то футболом будет заниматься? Да не, вообще нихуя. Но мне секс противопоказан, я им не занимаюсь. Вы что мне раньше-то не рассказали, ребята? Почему тебе секс предлагал? Ну, конечно. Так там вход платный, оказывается. Что, уплатили? Нет. На пляже там, говорят, есть нормально. Где? Где-то на пляже, вот там вот. А вот что за план? Просто гуляем. А, ну пошлите с нами. Спасибо. А, ну ладно. Хорошо. А вы близняшки? Что? Вы близняшки? Нет? Как будто бы близняшки похожи. Да? Ну, мне кажется, да, нет? Вы родные? Угу. Кто старше? Я. Да? Прикольно. Красивые. Ну ладно. Ну, правда симпатично. Спасибо. До свидания. Что такая охуевшая? А? Нельзя так с людьми говорить. Всегда ты хотел мне сказать, но я симпатичный. Нет. Прикольно. Не, почему она такая охуевшая? А? Вообще ужас. Еще бы теперь.